Друзья, всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня я приглашаю вас в новое видео. Будет сборный влог, всего понемножку. Декор интерьера, мое утро, как вы любите. Спасибо за вашу подписку, за ваши комментарии и за вашу обратную связь. Утро, как всегда, у меня начинается с витаминов. Также я нанесла сегодня маску от The Body Shop для глаз. И сейчас мы с вами будем готовить завтрак. На улице похолодало, хочется уюта, хочется наводить дома такое, вы знаете, предновогоднее состояние уже, когда на улице прохладно. Поэтому зажигаем свечи, наводим уют, делаем вкусный кофе. И я приглашаю вас провести эти несколько минут со мной. Я люблю поджаривать хлеб. У меня хлеб из муки, из гречки. Гречишный, наверное, так его можно назвать. В тостере или на гриле. И делаю мой кофе в кофеварке Биолетти. Плюсы и минусы я вам несколько раз уже рассказывала. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте. Мой любимый завтрак – это бутерброды. И также я делаю чашечку йогурта с отрубями и с фруктами. Но это вы уже тоже знаете, те, кто за мной следит, то есть на моем канале давно. Я люблю проводить утро спокойно, поэтому встаю раньше. Люблю полистать журнал, насладиться, вдохновиться, мотивироваться. Я надеюсь, что есть такой глагол «промотивироваться». Поэтому иногда покупаю глянец. Он мне нужен для фотографий, также он мне нужен для того, чтобы увидеть, что из украшений, из аутфитов новенькое. Напишите, как вы относитесь к глянцу, покупаете или нет. После того, как мы позавтракали, я завтракаю раньше, муж уходит совсем рано, Сашу я бужу позже. Я, конечно же, все убираю и показываю вам вот такие продукты для уборки. Это La Marque Amouin, органика для посудомоечной машинки, вот такие пастики. Прислали мне на обзор уже некоторое время назад, с удовольствием пользуюсь. Спасибо марке. И кое-что я не ставлю в посудомоечную машинку. Керамика быстро оббивается, также кофеварку. Я всегда предпочитаю просто-напросто помыть руками. На кухне у меня разные гаджеты, но я больше всего люблю деревянные. Вот такие различные щеточки, которые сейчас можно купить повсюду. В биомагазинах или просто в супермаркетах, мои любимые, также вихоточки я их называю по-сибирски любовно, с напылением из ореха. Я всегда беру все однотонное, натуральное, и в этом и есть секрет стильного дома. Стильный дом – это просто, это мыло для того, чтобы убирать пятна на тех же полотенцах или на одежде, очень-очень удобное. На вот эти щетки, которые уже пожившие, для уборки, для чистки овощей, также зубная щетка натуральная для того, чтобы прочистить труднодоступные места возле раковины, иногда собирается мусор. Поэтому все у меня всегда под рукой. Утро заканчивается, и поэтому мы убираем свечу. Обожаю зажигать свечи, особенно с деревянным фитильком, утром и вечером. После свечей нужно проветривать. Свечи бывают разные. Если вы покупаете в супермаркете, то особенно, потому что воск, он совершенно может быть нассивный. То есть, наверное, так можно сказать. И я сбрызгиваю потом. У меня есть вот такое средство из 21 травка. Или масло, да? Масла, да, здесь. Для того, чтобы убивать все микробы. Покупаю в супермаркете. Хочу занести вот эту вазу, вазон.
потому что мне нужно сделать декор, и если оставить на зимний период, то будут холодать, если дождь может просто-напросто растрескаться. Поэтому сейчас ее отмою и посмотрим, какой декор получится. Обязательно вам покажу. Очень люблю такие вазоны. Это винтаж, покупала в винтажном магазине. Просто купила веточки эвкалиптуса и поставила в спальню. Спальный декор новый я обязательно покажу, потому что сегодняшнее видео – это обновление декора интерьера в нашей спальне. Тот, кто смотрит мои влоги, то есть прямые эфиры, знает, что я заменила постельное белье, купила вот такое тепленькое на холодный период времени. И оно очень оказалось удобным. С удовольствием буду пользоваться. Люблю однотонное белье. Из льна куплю чуть попозже, наверное, к весне. Сейчас хочется укутаться. Будут холодные деньки, поэтому наводим такой уют. Теплый уют. Белье классное, можно даже вот не заправлять кровать, но я всегда накидываю покрывало и наволочки, а французы оставляют именно так. И еще одно вдохновение, полистаю Kinfolk. Это одна из моих любимых книг для мотивации, для дома. Я думаю, что многие знают об этом издании популярном. И сейчас уход. Я достала Ordinary, это сыворотка и сыворотка для глаз. Пользуюсь в холодное время года, так как часто в этих продуктах есть кислоты. И у меня бальзам для губ от Typology. Нравится эта гамма, с удовольствием пользуюсь, могу вам посоветовать. Покупала в Италии. И на мне сейчас вот такой на ногтях лак классный от Revlon. Надеюсь, я в этот раз не ошиблась. В прошлый раз сказала Риммель. Ревлон. Очень красивый. Найти свой оттенок красного трудно. У этого лака отличная кисточка. Хорошо держится и наносится просто великолепно. Поэтому, если вы не пробовали лаки Ревлон, обязательно попробуйте. Они бюджетные. Достаточно много миллилитров в них. И шикарная кисточка. Вот такой наборчик на холодное время года. Также у меня появился новый крем от Буржуа с матирующим эффектом. Просто встретила в одном из магазинов и решила попробовать. Это не реклама, это мои покупки собственные. Но я с удовольствием делюсь с вами находками. Крем имеет матирующий эффект. Но он хорошо ложится и классно подстраивается под ваш тон кожи. Не забивается, не падает в поры, если можно так выразиться. Потому что некоторые даже тональные средства класса люкс у меня просто-напросто видны на лице. Эффект мне понравился, с удовольствием буду пользоваться. Самое главное, перед нанесением хорошо увлажнить кожу в этот холодный период времени года, когда также у нас отопление, и это все сушит кожу. Навожу красоту дома, декор интерьера. Очень полюбила керамику именно в этот период, осенне-зимний. Вот такой осенний букет у меня теперь стоит на консоли. И я хочу вам показать несколько новинок в одежде. Это леггинсы из эко-кожи от марки Radier. Они не бюджетные, но очень качественные. У них качественная эко-кожа,
похожие на натуральную кожу. Они очень мягкие и теплые. Это у меня наряд для повседневной жизни. Сбегать за Сашей в школу, просто сходить по делам. У них такой вот высокий пояс, классно подтягивает, удерживает. В общем, понравились. И также у меня свитер из кашемира. Я вам показывала водолазку от Ted Lapidus. Это свитерок. И вы знаете, взяла также XL, потому что все еще беру большие размеры, но он большой по сравнению с водолазкой. Водолазки маломерят, а вот свитерок, ну вот с капюшоном, так я его называю, больше мерит. Я просто для дома, для того, чтобы носить с брюками, для того, чтобы капюшон можно было накинуть, когда холодно, из-под пальто. Вот пальто классическое с таким нарядом и грубыми ботинками будет классно смотреться. И моя находка на рынке – шикарный свитер от Givenchy. Просто великолепный. Он также будет смотреться классно с леггинсами. Напишите, вы за или против. Я знаю, что многие против, многие за. Здесь или любим, или ненавидим. Мне кажется, только такое мнение. Мне очень понравилось, с удовольствием буду носить. И буду обыгрывать, вам показывать. И вот такой свитер идеальный, качественный. Я, конечно же, оставлю в моем гардеробе. Это самая настоящая находка, поэтому на рынке, на развалы я обязательно буду заглядывать. И я поняла, что вам понравились такие обзоры с рынков. То, что я нашла на нашем французском рынке, я буду с вами делиться. Здесь тоже или люблю, или ненавижу. Никого не призываю, но еще раз повторяю, для меня вторичное потребление стало частью моей жизни. Я предпочитаю купить уже созданную вещь, найти новую идеальную с этикеткой хорошей марки и с удовольствием внедрить ее в гардероб. Что и вам советую. Можно покупать на сайтах, как Авито, можно во Франции Vinted, eBay и так далее. А сейчас я вам покажу мои находки для спальни. О вкусах, конечно же, не спорят, поэтому давайте будем уважительными. Я показывала вам покупки в прямом эфире, и сейчас мы с вами посмотрим, как получилось у нас в спальне. Я добавила плед, подушки, и недавно я купила вот такую картину. У нас навесные стены, не только потолки, поэтому прикреплять ничего нельзя. А поставить вот такую легкую картину без рамки можно. И она сразу добавила стиля, уюта на мой индивидуальный взгляд. Поэтому получилось как-то вот так. Сегодня у нас пятница, конец недели. Я делаю аперитив. Наша традиция. С удовольствием буду с вами делиться именно этой традицией. У нас аперитив денатуар, который плавно переходит в ужин. То есть мы потом уже не ужинаем. Мы делаем различные бутерброды, нарезки. Я фарширую вот цикорий, андивы, как вы хотите. Яйца различными. Могу смешать тунец, сделать как риет из тунца. Нарезаю всегда овощи. Также у меня хлеб с рикоттой и сухими помидорами запекла в печке. Получается очень вкусно, сытно. Но смысл аперитива – это просто общение. Рассказать, что произошло за неделю, пообщаться, побыть с семьей, с друзьями и насладиться вот такими вкусными, полезными штучками, которые не буратив, то есть не тяжелый, буратив по-французски тяжелый, а вот такая легкая еда и выпить хороший бокал вина качественного. Для нас это наслаждение, это конец недели, Саша заканчивает школу, и мы с удовольствием с семьей наслаждаемся. А вечером, конечно же, снятие косметики, уход, как у всех женщин, вот такое средство итальянское Skin Bloom, а у меня появилось, не знаю марку такую Cosmi, не знаю, напишите мне, итальянские девочки, кто живет в Италии, купила в одном магазине и хочу использовать. Большой формат, хорошо убирает косметику, но не с глаз, глаза щипит, а вот тональное средство с лица, с шеи и так далее отлично убирает. Наступает утро, и куда же без домашних дел?
они не кончаются никогда, поэтому быт должен быть в радость. У меня новое средство для стирки. Показываю, как всегда, обещала вам показывать средство. BioVi. Большой формат, французское. Я предпочитаю именно такие средства, чтобы не было аллергенов для стирки белья. Ну, иногда бывает, что покупаю что-то другое. Вот Ша хорошо отстирывает, Лёша, кошка, если перевести. На сегодняшний день два вот таких средства у меня имеется. Делюсь с вами наводками. Я предпочитаю вот такие ликиды, то есть жидкие средства. Иногда беру, конечно, и в капсулах, но больше, чаще как-то по привычке именно такие. Хочу сегодня с утра приготовить мое желе. Беру желатин, я беру вот такой в пластинках. Кто-то мне написал, что не нужно заливать горячей водой. Я сначала замачиваю, чтобы он размок в холодной воде, прям холодной. И потом, когда он размок, я чуть-чуть добавляю кипятка, он сразу становится таким прям жидким. Идеально. Добавляю, сегодня у меня будет мандариновая с малиной, сок. Вы выбираете по вкусу, я беру без сахара, натуральный. Желатин очень полезен для нашего здоровья, это натуральный коллаген, почитайте об этом, я думаю, что вы знаете много нового. И также я хотела сделать мою шарлотку, но у меня не оказалось ингредиентов нужных, поэтому сейчас мы с вами пойдем в магазин, и все-таки шарлотку или кейки протеиновые я сделала в прошлом видео, это прошлый эфир. Кому хочется рецепт, обязательно посмотрите. Простые классные кейки, вот вставляю фотографию, очень полезные, некалорийные. И после обеда или, да, после обеда самое то. Готовлю завтрак Саше, у него вот такой бутерброд, лаваш с нарезкой. Также я сделала блинчики с шоколадом ему оладьи. И здесь у него немножко фруктов. На улице похолодало, мы сейчас с вами пойдем в магазин. Собираемся. Классно пройтись пешком. Конечно, иногда беру машину, но если недалеко супермаркет, можно и пешком. Я уже в такой искусственной шубке. Погода меняется. Бывает день, когда совсем тепло, прям вот хорошо. Можно в курточке, в плаще. А иногда прохладно. Во Франции очень большая влажность в этот период, поэтому не то, что морозно, холодно, а просто влажно, и из-за этого пробирает до костей. Но у нас вот еще цветут цикламены. Я очень хочу найти шторы, и поэтому пошла именно за этим. Зашла в магазин. Вот здесь можно купить платки, шарфы от Радье и других марок. Обязательно захожу, смотрю. Я была в нескольких сегодня магазинах. У нас под боком Leclerc. Также можно заехать. Я ошиблась, кому-то сказала, написала, что за магазин, где я покупаю шторы и подушки, это бывший Бабу, а сейчас называется B&M. Конечно, новогодний декор повсюду. Пока не покупала. Так, прохожу мимо. И недавно я смотрела в шторы в Leroy Merlin. Leroy Merlin, как хотите, так и называйте. Но что-то ничего мне не понравилось. В основном тюль. А он мне не нужен. Мне хочется чего-то более плотного на холодный период времени. Потом на лето, конечно же, более тонкий тюль, это классно. Шторка в среднем стоит 25 евро. Напишите, дорого или нет. Мы здесь для общения. Обязательно проверьте вашу подписку, мои дорогие. Потому что YouTube отписывает, не сказав ничего. Несколько женщин, несколько подписчиц мне написали, что отписал без оповещения. И также подписал на кого-то другого. Поэтому проверяйте. Здесь можно купить зеркала, подушки, наволочки.
А я приобрела вот такие шторы, я вам уже показывала также в прямом эфире все мои покупки. Просто сегодня мне хочется сделать видео и показать, как же я обустроила нашу спальню. Достаточно плотные шторы. Но на день я могу открыть, проветрить. Поэтому нет никаких проблем. Я не покупаю сильно дорогие шторы, не делаю на заказ. Кто-то у меня спросил, потому что на заказ я делала, когда жила в Лионе. Стоит это 1000 евро. За 1000 евро шторы ты не будешь менять каждый день. А за 20, за 15 евро шторы все-таки это такой расходный материал. Они пылятся, они теряют цвет, их нужно менять часто. И также бывшие шторки, бывшую тюль я просто-напросто сняла, постирала, отутюжила и уже продала. Они уехали к новой хозяйке. Поэтому нет никакого захламления и вторичное потребление очень популярно во Франции. Сегодня у нас стирка, уборка, глажка. Саша завтра пойдет в школу. Закончились каникулы, поэтому постельное белье меняем. Он себе купил новые комплекты от Пикачу Покемоны. У него то футбол, то покемоны. Детство еще не закончилось, но пусть наслаждается. Поэтому мы ему сделали комнату, декор покемоны. Через месяц будем менять к Рождеству. Воскресенье утро мы идем в кулинарию, так сказать, можно так сказать, в буланжери. И мы покупаем десерт на выходные. У нас очень классная буланжери, кондитерская, вот. И там шикарные десерты. Конечно же, глаза разбегаются здесь. И французские булки, выпечка. У них много новшеств, они такие креативные. Я слежу за ними в Инстаграме. В Инстаграме есть их профиль, поэтому подписывайтесь, будем дружить в Инстаграме. Я всегда оставляю ссылку на все мои социальные сети, мой бутик, мой имейл в инфобоксе, это под видео. Воскресенье обычно у нас семейный обед у нас у Мишель, и мы берем курицу на гриле, делаем гарнир, салат и покупаем десерт. Мишель купила вот такую печку, камин-обогреватель, и мне тоже захотелось. Я приобрела в нашу спальню. Она придает атмосферу и хорошо греет. Симпатично получилось. Всем желаю отличного дня, хорошей недели. Увидимся очень скоро. Ваша Светлана. Пока-пока.